Всем добрый день. У нас уже какой день? Время 4 часа заходит. Я только снимать начала. Что хочу сделать? Хлеб хочу в пакетики убрать. И что-нибудь кушать сварить. Вот такие вот дела. Надо еще сегодня хочу заняться помидоры рассадить. Заняться на помидоры рассадить. Видите, какой хлеб получился. Корочка немножко твердая, а так сыром вкусно. Вот такие вот дела. Сегодня на улице пасмурная такая погода. Ну как пасмурная, как бы дождя нету, но и солнышка нет. Вот такие вот дела. Так, все, полотенце сразу убираешь. Так, ты же макароны попросила. Я тебе и делаю. Маленькая там я вчера этот Тайсону кушать сварила, каша стоит еще. Потом вывалю ему, куда вывожу кастрюлю, тогда уже уберу. Все, крошки убираю от хлеба. Курицам ведро. Думаю, тесто навести и сделать снова галушку. Как вчера. Жарила на сковородке. Так же сделать опять. Ну, вот пока это. Можно, по идее, знаете, вот как раньше взять, заморозить, например. Морозилку. Вкуснятина будет. Вот такие вот дела. У меня сегодня давление мает. Поэтому я не в настроении немножко. Не обращайте внимания, все нормально. Все нормально. Машенька сейчас у меня скоро на танцы пойдет. Она сегодня на танцы. Ей надо идти. Сегодня у меня была премьера днем. Видео вышло. Я знаю, что сейчас многие спросят, Настя, что там с вывозом мусора решили. Короче говоря, это ошибки этой компании, которая вывозит мусор. Причем нынче почти всему городу такая ерунда пришла. Что уже 2 месяца, в том месяце была такая же фигня, что начисляли больше, чем оно надо. И многим сделали, конечно, перерасчеты, но вот а насчет других семей, у многих разбираются еще. Ну, как бы у нас в администрации девочки хорошие, они как бы разберутся, сказали, все скажут, и мы вот ждем июня месяца, так как им сказали, якобы в июне переделают, перерасчет будет, и все будет нормально, как и прежде. Поэтому ждем. Ждем июньской квитанции. Посмотрим, что там будет. Поэтому вот так вот. А так все нормально. Ладно, дорогие друзья. Поснимаю что-нибудь, постараюсь. Хотя голова болит и как бы в таком настроении не хочется снимать. Как многие заметили по моим видео, я первого не снимала, там еще какие-то дни не снимала, потому что у меня в те дни было давление высокое. И я ничего не снимала. Поэтому как-то так. Ладно, мои хорошие, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Всем желаю крепкого здоровья. Вышла на улицу посмотреть, что. Парники у нас, кстати, растаяли. Здесь вот еще снег немножко есть, здесь есть снег, вот здесь снег есть, там вот снег. И все, по сути, в огороде. Ну, земля еще мерзлая. Тут немножко, видите, еще остался снежок. Так что вот такие вот дела. Я сейчас хочу посмотреть, как у меня кусты прозимовали. Пойдемте посмотрим. Здесь у меня тоже уже все растаяло. Но вот здесь немножко еще есть снег. И вот там на грядках. Меня больше интересует куст вот здесь вот. О, смотрите, тут как накопано все. Нет, он все-таки не прозимовал по ходу дела. Знаете, походу дело не прозимовала вишня. Ладно, посмотрим потом еще. Настурция повылазила. Более-менее вроде бы. Ой, а тут крокусы цветут. Сейчас поближе подойду. Смотрите, вот крокусики. Эти повылазили. И вот, тут надо старую это поубирать, и тогда они будут лучше прорастать. Вон здесь тоже прорастают.
Скоро пойдем на огород. Тут настурция тоже. Там у меня лук с чесноком растет. Нынче хочу вот этот тут участок весь перекопать. Тут у меня уже чеснок этот вот растет. Здесь он лучок влазит на полоте же. Некоторые подмерз. Там тюльпан тоже повылазили. Лук щипаю. Вкусный лук. Ну что, трава как лезет. И лука много вылазит. Ну, немного. Здесь у меня все растет. Это клубника со смородины. Вот у смородины уже почки появились. Смородина нормально. Вот это вот, походу, дело плоховато. Но опять вот на этом есть немножко почечки. Надо навоза принести сюда и подсыпать. Угу. Это тоже нормально, почки появились. Так что вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья. Вроде огород подтаивает. Скоро начнем везде все делать. Так что вот так вот. У меня сегодня Маша с девочками там вот забор убирали. Там с той стороны сделали вот детскую площадку вот к этому дому. И знаете, вот эти вот молодежь весь мусор к нам сюда за забор кидает. Они сегодня там и бутылки из-под этих... Как же? А, энергетиков нашли. И бутылки из-под газировок, и зажигалки, и пачки от сигарет, и всякое. Чего только не было. И фантики всякие. Господи, целый почти полмешка набрали мусора. Кошмар. Эти молодежь все кидают только. Ладно, дорогие друзья. Вот такие вот у нас дела. Я сейчас хочу набрать земли. Помидоры пересадить. Так что вот так. Парник растаял. Папа, ты что-то куклу повесил. Парник растаял. Все уже. Нынче будем этот парник делать и вот тот парник делать. И все, больше не будем никого парника делать. Так что вот такие вот дела. Все, пойдемте домой. Дорогие друзья, у нас время вечер. Что мы делаем? Я сделала перестановку. Помните, здесь возле печки стояла кроватка. Сейчас мы ее убрали. И вот сейчас занесли такой шкаф и такой шкаф. Потому что у нас не хватало, нехватка шкафов. Ваня все равно не хочет один спать. Он спит со мной. Там Василиса выглядывает. И вот так вот получилось. Машенька, закрой пока дверку, пожалуйста, показать. Напишите, что думаете. Ну, фотки я вам вставлю, по идее. Так что... Как-то так. Но это еще не вся перестановка. Завтра постараемся показать остальное, если получится. Всем добрый день. Как видите, у меня глаза немножко разные. А знаете, из-за чего? Я сегодня проснулась, этот глаз у меня полностью гноем затек. И красный. И красный весь глаз. Короче говоря... Поставила вчера я видео загружать на сегодня. Оно у меня не загрузилось. Оно сбой опять произошло. Сейчас опять поставила, доделала, переделала, поставила. Глаз болит. Я его закапала. В целом. Так что вот так. Жду, когда видео загрузится. Сейчас поставила стирку. Надо еще идти с улицы белье. Там два пледа я вчера стирала, вешала. У меня муж сделал веревку на улице. Ну, позже я вам покажу. Так что загружаем видео. Подожди, Маш, со своим ребенком. Учит она его. У меня там папа сейчас веревки делает. Ну, сейчас покажу. Видите, муж там веревки делает. Вот эти вот, которые я его попросила, чтобы он их натянул. Потому что вот той веревки там, по идее, вдоль забора, видите, там два пледа висят. И попросила, чтобы он здесь тоже сделал. Там еще две простыни висят, сохнут. Так что сделает веревки, будет вообще супер.
И наконец-то мы будем на улице развешивать белье. Не знаю, где глаз застудило, видимо, на улице вчера, потому что на улице возилась немножко. Но я это не снимала, конечно. И глаз застудила я свой. Второй глаз нормально, вот именно один глаз, вот такая фигня. Ну ладно, ничего страшного. Вот такие вот дела, ребята. Что у нас погода? Погода сегодня вроде с утра более-менее. Света у меня уже уехала на репетицию в город. У нее репетиция к Дню Победы. Так что завтра у нас будет уже День Победы. Завтра 9 число. Сегодня у нас 8 уже. Меня просили числа называть, потому что запутались в моих видео. Ну да. Поэтому постараюсь называть числа. Если я вдруг забуду, вы мне напоминайте. Так что вот такие вот дела, дорогие друзья. Сейчас я поставила стирку, поставила пледы постирать. Надо перестирать заново все пледы и повесить на улицу. Сейчас вообще я все одеяла перестираю. В планах все одеяла перестирать и убрать. На лето мы одеяло убираем, потому что детям летом укрывается в основном все пледами. Пледов у нас хватает. Но если не хватает, то быстро стираются и высыхают заново. Поэтому не проблема в этом плане. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня.